Добрый день, вы снова на канале Хитсад ТВ. Все девушки и женщины любят цветы. И если они растут у вас не только дома, но и на даче, и цветут круглое лето, это приносит двойную радость. И именно сегодня мы поговорим о многолетних цветах. Многолетние цветы хороши тем, что их не нужно каждый год пересаживать. Посадил один раз, и далее требуется только уход, полив и подкормка. Отдельно хочу отметить многолетний цветок астильба, который цветет целых 2 месяца – июль и август. Бывают низкорослые и высокорослые многолетние цветы. Низкорослые или почвопокровные достигают высоту 15-20 см и покрывают землю. Они хорошо смотрятся на альпийских горках. Также они не дают расти сорнякам. Высокорослые многолетние цветы, их можно сажать на дальнем плане, на рабатках, ракарии и тех же альпийских горках. Рассаду многолетних цветов выращивать не нужно, они сеются прямым посевом в открытый грунт, ранней весной в апреле или поздней осенью. Чем все-таки многолетники лучше однолетних сородичей? Несмотря на то, что однолетники славятся неповторимым буйством красок в течение всего сезона, многие цветоводы отдают предпочтение все же долгоцветущим садовым многолетним цветам. Каковы причины? Выделим самые главные. Они растут на одном месте без пересадки в течение 2 или 3 лет. Устойчивы к заморозкам. Прекрасно переносят зиму и не требуют особых усилий по уходу. Сохраняют декоративные качества в течение всего сезона. Какие же сорта самые популярные? Среди множества есть такие, которые больше других полюбились садоводам. Выделим самые востребованные. Розы – королевы цветов. Лучше всего сажать их в центре цветника. Гвоздики – лучше всего высаживать по краям цветника. К тому же некоторые сорта могут расти даже ранней зимой. Анютины глазки очень хорошо будут смотреться на краях клумбы. Флоксы рядом с гвоздиками и астрами будут смотреться очень шикарно. Колокольчик. Большинство садоводов выбирают их из-за его выносливости, легко выдерживает морозы и не нуждается в особом уходе. Как правило, цветы-многолетники могут длительное время расти на одном и том же месте. Им не нужны ежегодные процедуры по пересадке или пересеву, так как луковицы и корневища, находящиеся в земле, с каждой весной будут давать новые молодые побеги. Посадить на своем дачном участке растения из ряда многолетних цветов означает постоянство. Другими словами, вы можете создать постоянную ландшафтную композицию. Многолетние культуры не особо прихотливы и будут служить украшением садовых клумб не один год. До новых встреч на нашем канале!